Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 364. Сколько осей симметрии имеет многоугольник, изображенный на рисунке 136? Ну, здесь три многоугольника в пункте А, Б и В. Пункт А. Ну, начнем с того, что ось симметрии – это прямая, которая характеризуется следующим свойством. Если по этой прямой согнуть лист бумаги, содержащий данную фигуру, и при этом части фигуры, оказавшиеся по разные стороны от прямой, совпадут, то эта прямая будет называться осью симметрии данной фигуры. Тогда найдем оси симметрии для фигуры из пункта А. Но если мы проведем прямую через противоположные вершины этого четырехугольника, то увидим, что левые и правые части совпадут. Если мы через вот эти вершины проведем прямую, то тоже в этом случае части фигуры тоже совпадут. Значит, данная фигура имеет две оси симметрии. Пункт Б. В пункте Б мы имеем пятиугольник. Давайте поищем оси симметрии для этой фигуры. Ну, первую прямую мы проведем через верхнюю вершину нашего пятиугольника, ну, так как он расположен к нам, и через середину противоположной стороны. Вот так. Как видим, если лист бумаги согнуть по этой прямой, то части пятиугольника совпадут. Точно так же мы можем провести прямую через соседнюю вершину и противоположную сторону, середину противоположной стороны. И согнем, если мы согнем по этой линии наш пятиугольник, ну вот так, смотрите, я уберу вот эту ось, то тоже части пятиугольника совпадут. Ну и точно так же вот так, если мы проведем. И, собственно говоря, таких осей симметрии вот одна, вторая, третья, четвертая и пятая ось симметрии. Все эти оси по числу вершин. Каждая из них проходит через вершину и середину противоположной стороны. Таким образом, получилось у нас 5 осей симметрии. Больше как будто бы мы не можем прямых таких найти, ну, обладающих таким свойством. И последний пункт В. Здесь нам дан шестиугольник. Ну, начнем с того, что если мы проведем прямой через середины противоположных сторон, вот такую, то если мысленно согнуть лист бумаги, содержащий такой шестиугольник по этой линии, то его части совпадут. Значит, это ось симметрии. Теперь мы вот через две эти противоположные вершины, через их середины проведем прямую, тоже ось симметрии. И вот так, тоже ось симметрии. Итого получаем три оси симметрии. А теперь еще, давайте я эти оси уберу, а рассмотрим вот такую прямую, проходящую через противоположные вершины. Тоже ось симметрии. И такая прямая через эти противоположные вершины. И такая прямая, тоже оси симметрии. Вот я сейчас все оси верну, чтобы их можно было посчитать. Таким образом, у нас получилось 6 осей симметрии. И они все изображены на рисунке. Ну, обратите внимание, если вы захотите пересчитать эти оси, то нужно посчитать число прямых, которые при этом получились. То есть лучей у нас получается 12, ну а прямых, соответственно, 6. Значит, 6 осей симметрии имеет фигура в пункте В. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.